Пойду в бригады, а оттуда в МТС. Ну что ж, Арчил, ступай. Товарищ председатель, здорово поет твоя стрекоза. Мою дочь зовут не стрекоза, а Марине, понял? Минуточку прошу вас. Что скажешь? Здравствуйте. Здравствуйте. Верно, вы знаете, кто поет так прекрасно, а? Да это наш стрекоза. Стрекоза? Да, стрекоза. А точный адрес? Марине Георгиевна Перадзе. Ага. Так, Марине. Простите. Ладно, ладно. Вы уже раз давали. Витяко, архитектор привез живым? А что ему сделается? Он как сел, захрапел, и сейчас еще спит. А он молодой? Да, лет под 60 будет. Эх! Витяко! Ага, лови! Проклятая! Стрекоза, где ты? Пошли, пошли вон отсюда, пошли! Что это ты принесла? Опять на дереве сидела, думаешь, ты птичка. Кушать надо, пить надо. Кушай, мое золото. Не хочу. Что значит не хочу? Ну что вы раскричались? Я бы его обязательно убил. Не знаю, папа, ты ведь пятый раз стреляешь, но... Отца критикуешь. Сам говорил, критика полезна. Тебе она мало помогает. А ведь ты уже не маленькая. Стрекочешь с утра до ночи и никому покоя не даешь. Одно дело, колхозная библиотека тебе поручена, и та целый день на замке. Пора стать серьезной, да. Ну что ты пристал к ребенку? Смотри, на ней лица нет. Ребенку 19 лет. Это ты, мать, виновата, что все зовут ее стрекозой. А настоящее имя Марине давно забыли. Еще бы. Она только чирикать и умеет, а вот к экзаменам совсем не готовится. Не умереть же ей за учением. Только что оторвала от книг. Вот-вот, защищай ее, защищай на свою голову. Ну и поезжай в Тбилиси за нее. В университете за нее сдавай экзамены. Если бы я могла... Не беспокойся, папа, я сама сдам все предметы на круглые пятерки. Ох, боюсь, я за твои Абаделия пятерку не поставлю. Да, чуть не забыл сказать. К нам из Тбилиси приехал архитектор, будет обедать. Марине, беги к Альпите сейчас же, передай тетке, что я прошу прийти помочь.
Деточка, деточка, помоги мне поймать курицу. А зачем тебе курица? А что я подам архитектору на обед? Ох, подавай что хочешь, а помогать резать кур я не стану. Я лучше к бабушке Лепете пойду, в библиотеке выдам книги. Ты слышала, что отец говорил? Библиотека день и ночь на замке. Ну ладно, беги. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Вижу, вы заждались несчастно. Успели поспать. А мне спать некогда, видите, сколько нужно раздать. Передайте стрекозе. О, моя дорогая, моя бабушка, дорогая. Иди скорее к нам. Да? Что случилось? Приехал архитектор, будет обедать у нас. Бабушка, папа звал, просил тебя прийти помочь. Гость без зубов, все должно быть хорошо сварено. Не понимаю, почему мы до сих пор не поставили вопрос на комсомольском собрании о работе библиотеки? Не хотят обидеть председателя. Напротив, дядя Георгий будет только рад, если мы угомоним стрекозу. Попробуй угомонить ветер. Стрекоза не ветер, а легкий ветерок. Налетит на мгновение, шепнет ласковое слово и улетит, куда глаза глядят. Скажите, у вас в городе все так красиво говорят? Эх, если б я был поэтом. Кто написал бы стихи стрекозе? Весьма возможно. Что ты там рисуешь? Смотрите-ка, вот здорово нарисовано. Вот так легкий ветерок. Нет, нет, не отдам. Да не отдам, мы только в стенгазе. Это меня в стенгазету значит? Тебя, тебя. Так, ну что ж, помещайте. Не обижайся, Марине. Часто человек делает одно, а думает совсем другое. Пожалуйста, помещайте в стенгазету. Махвала, разложи журналы. Ребят, сколько пыли! Критикуйте, критикуйте. Вот как уеду от вас, вы меня еще не раз вспомните. Ты что, к нам в Тбилиси едешь, да? Да, хочу проветриться. А ты к экзаменам готова? А это мое дело. Если в книгу она заглядывает так же часто, как в библиотеку. Какой прилежный нашелся. Три мушкетера, еще что? Дай мне королеву Марго. Королева Марго. А мне Горького мать. Пожалуйста, второй том Тихого Дона. Ну-ка, скорее, скорее, библиотека закрывается. Эх, закрывай, закрывай. Нельзя же работать круглые сутки. Как вот, ты что, не слышишь? Боже, зачем ты кур выпустила? Кто же их теперь поймает? А вы что, хотите зарезать мою хохлатку? А чем же мы будем кормить гостя? Ой, чем? Подайте лобио, капусту, баклажаны. Ой, что ты? Лобио подать молодому человеку? Молодой? Ха! Он старик, а старикам вредно кушать мясо. Слабеют ноги, склероз развивается, притупляется ум. Вот. По-твоему, нашу. Ах, да надоели вы мне с вашим архитектором. Вот, дочка, молодец. Хорошо встречаешь гостя. Знакомьтесь, моя мать Ефросинея. Тетя Элпите. А это моя дочь Марине.
Мама, мы немного отдохнем, а потом будем обедать и посмотрим, чем угостит нас дочка. Пожалуйста. Бабушке, надо приготовить такой обед, такой обед. В хачапури положи побольше сыру. Подливку с перцем приготовь ты. А вот цыплят, цыплят. Вечерко! Вечерко! Ух, как хорошо, что ты пришел! Помоги поймать курицу! Хоть весь курятник. Лови вон ту. Хохлатку? Хохлатку жалко, сама выкормила. Лучше ту жирную. А потом... Вот, петушка. Ага. Молодец, хорошо разглядела. Кого, петушка? Старика, архитектора. Да, старика. Здравствуйте, здравствуйте, телеграмма, телеграмма. Кирилле, нет ли там дурных вестей? Я их в сумке не таскаю. Начало экзаменов 1 августа. Ждем Марине, целуем. На то Ираклий. Бабуся, еще неделя, я в Тбилиси. Ой, неужели говоришь правду? Что же ты так расстроилась, бабушка? Родная моя, как же мне не расстраиваться, ведь на 5 лет едешь. Да ведь не на войну же вы ее провожаете, тетя Ефросиня. Простите меня, старую, всего я боюсь. Да-да, сынок, вот Бичико говорил, в Тбилиси машины как кур людей. Упаси боже, кто для меня дороже внучки? Да успокойтесь, Бичико пошутил. Бабушка! Бабуля, бабуся родная моя, что? Давай лучше будем петь. Споем ту твою песню, а? Мне сейчас не до песен. Спойте, спойте, тетя Ефросине. Пой, пой, Ефросине. Когда ты поешь, я себя чувствую снова молодым. Правление колхоза решило построить дом культуры рядом со школой. А я предлагаю построить его вот на этом участке. А рядом универмаг. Когда в центре площади будет воздвигнут памятник Ленину, получится стройный архитектурный ансамбль.
Не возражаю. Хотелось бы только ускорить проектные работы. Дом культуры будет готов в октябре, а универмаг к концу года. Иди к нам, Марине! Марине, здравствуй! Ты отца не видала? Я его видел в правлении. Ах, вот где, тогда я побежала. Стрекоза, помоги Марине собирать чай. У меня времени нет, я же к экзаменам готовлюсь. Занимайся, занимайся. Агрономом должен стать, агрономом. Ага. Дядя Кирилле, отец в правлении? Нет, он и архитектор уехали на птицеферму. И архитектор? И архитектор. Здравствуй, стрекоза. Здравствуй, Бичико. Ух, пахнет чудно. К Реале едешь, да? Как из Тбилиси приехал, не был. А я тоже туда. Едем. Здравствуй, Медея. Здравствуй, стрекоза. Привез корм для птиц. От Скриала где? Да там, на ферме. С этим молодым ветврачом опять разговаривает. И что-то они долго говорят. О, какие. Воду давайте своевременно. И строго выполняйте правила зоогигиены. Бичико. Здравствуй, Скриал. Здравствуй. Спасибо. Что не был так давно на ферме? Я успела тут без тебя здорово соскучиться. Да, я уже слышал, как ты здесь скучала. Ага. Представь, от моих слез река разлилась. Смотри, как бы она не унесла тех, кто мелко плавает. Что? Кто? Я знаю, что он тебе здесь нашептывает. Кто? Ветеринарный врач? Наивный он человек. Это почему? Ты ему показалась среди цыплят тоже цыпленком. Видно, еще не знаешь, как ты умеешь клевать. Для одних цыпленок, а для других... Коршун. Я тебе покажу коршуна. Ты уже достаточно показал. Я хорошо обжегся, хватит. Жаль, не сожгла твой язык, меньше бы болтал. Врывается сюда на ферму, да еще всех обижает и будоражит. Ну да, я виноват. Я... Ты своими разговорами можешь святого вывести из терпения. Не думаешь ли ты, что я разрешу тебе себя обижать? Я не разрешаю, оставайся одна. Оставайся. Оставайся. О, уже успели поссориться. А что мне с ним ссориться? Он бензином весь пропах. А? Флакон магнолии на себя вылила, она говорит, бензином пропах. Врагу не пожелаю связаться с ней. Желаю ей в мужья взять черта. Это мое дело, кого в мужья взять, Скриала. А что, он ругаться сюда приехал, да? А разве я ругаюсь? Да перестаньте вы браниться. Скриала, ты не видел здесь отца? С архитектором в деревню уехал. Уехал в деревню? Бичико, ты скоро поедешь? Сейчас же, мне здесь делать нечего. Поезжай, поезжай, это твоя магнолия меня совсем одурманила. Я Бичико не буду, Бичико. Ноги мои здесь не будет. Марине, иди платье примерь. Ух. Где же ты была, детка? Тетя Графена тебя давно дожидает. Тетя Графена, вы должны мне сделать такое платье, слушай, такое. Там гость работает. Там сидит. Давно пришел. А я глупая, по всей деревне искала. Кого искала, гостя? Нет, бабуся, Бичуко хотела найти. А Графена, смотри, чтоб платье было самое красивое, самое красивое, ладно? Хорошо. Thank you.
Марине, вы убили Коршина. Ой, внученька, скажи, что случилось? Марине убила Коршина. Ты, внученька? Попала прямо в сердце. Прямо в сердце. Опять работаешь? Прямо удивляюсь, как ты можешь столько работать? Утром я видела, ты пробежала. В полдень опять пробежала. А вечером снова бежишь. Прямо удивляюсь, как ты можешь столько бегать, да? Смеешься? Нет, правду говорю. Ты думаешь, я не хочу работать? Не знаю. Меня никакая работа не увлекает. Марине, я не в состоянии сидеть на одном месте. Раньше и со мной так было. Как? Да. А потом? Потом? Потом я заставила себя работать. Привыкла, и теперь дня не могу прожить без работы. Боюсь, что со мной этого не случится. Я себя слишком хорошо знаю. Ты так думаешь, а я уверена, что ты знаешь себя недостаточно. И скоро в этом убедишься. Ты думаешь, меня институт переделает? Не только институт. Сама жизнь тебя переделает. Криала! Здравствуйте, девушки! Здравствуй, Криала! Привет, девушки! Криала, Марина, завтра в Тбилиси едем. Завтра едешь? Угу. Хорошо подготовилась. Ну, конечно. Смотри, не подведи нас. Молодец. Марина, завтра обязательно повидай меня. До свидания. До свидания. Мой привет двум Марине Перадзе. Здравствуйте. Здравствуйте, дядя Кирилле. Что скажете? Замуж выходите, девушки. А зачем ты нас торопишь, дядя Кирилле? Хочу, чтобы хоть фамилии-то у вас стали разными. А то, как получишь письмо на имя Марине Перадзе, ты коломай себе голову, кому его нести. Это почему? Тебе легко, ты с утра чирик-чирик запоешь и прыгаешь с места на место. А мне старику надо раздать по назначению. Обе Марине... Обе Георгиевны, обе Перадзе. Не беспокойся, дядя Кирилле. Скоро Марине получит звание героя, и тогда не будет больше головоломки. Что ж, я буду очень рад. А пока поломайте сами голову. Кому это письмо? Дорогая Марине, не посмел лично поговорить с тобой, и поэтому в письме решил открыть свое сердце. Это твое письмо. Мое? Вот видите, девушки, какое может получиться недоразумение, когда адресат неизвестен. Замуж. Надо замуж выходить. Мне идет, бабушка? Да, конечно, идет. Где брошка? Где моя брошка? Где брошка? Брошку потеряла? Брошку потеряла. Сейчас же найдите скорее. Скорее. Скорее! Сейчас, внучечка. Здравствуйте, бабушки. Здравствуйте. Вечико, здравствуйте. Скорее, стрекоза. Скорее, мы опаздываем на поезд. Вечико? Крял увидела бы тебя таким нарядным, потеряла бы голову. Сколько раз видела. И что? Что это вы потеряли, что всем колхозам вышли на поиски? Брошку потеряла, Бичико, рубиновую. Рубиновую? Ну да, мамин подарок. Целое семейство.
Никогда! Я с ума сойду! Я тебя прошу! Ничего! Ничего на свете так не боюсь, как мышей. Что случилось? Куда-то брошку делась, нигде нет. Брошку потеряла, брошку. Голову тоже потеряла, так ведь? Нет, не потеряла. Голова на месте. Оно и видно, что на месте. Целый день суетишься, а один чемодан до сих пор не могла уложить. Все у меня приготовлено. Платье, туфли, книги. Нужно брошку найти только. А ты бы вот сюда посмотрела лучше. Ой, она и правда на мне. Нашла, внучка. А я так ее искала, столько сил потеряла. Ах, вам еще этого мало. Эта девчонка вертит вас, как веретено, то туда, то сюда. Нет, дочь, так из тебя ничего путного не выйдет. Можно ли, когда девочка уезжает, так ругать и огорчать ее? Ты опять заступаешься, мать, иначе нельзя. Хоть целые дни говори с ней. Учи уму разуму с ночи до утра, все как об стенку горох. Не беспокойся, папа, все, что ты говорил, я наизусть выучила. Конечно, конечно. Не веришь? Ну, слушай, хорошо учиться и быть умной. Дядя Ираклий и тетя Нато всегда слушать. Часто писать письма, помнить наш колхоз. А что еще? Вот. Вспомнила. Знатным человека делает труд, а не лень. Ну как? Разве как об стенку горох, а? Вижу, вижу. Хорошо все запомнила. Зачем сердишься? Я не сержусь. Нет, сердишься? Нет. Папа, не надо сердиться. Сейчас же улыбнись, или я шагу отсюда не сделаю. Засмейся, ну. Папа, папа. Нет, Марина, с тобой серьезные разговоры вести невозможно. Ну, я на тебя надеюсь, дочь. Смотри, не роняй честь семьи. Как только сдашь экзамены, телеграфируй. Это тебе пригодится. Ты учись только хорошенько, а мы о тебе всегда будем заботиться. Замолчите теперь, хватит. Бичико, берись и не задерживайся. Купишь машину и сейчас же назад. Будь умница, в дороге не простудись. Бичико, не пускай ее одну на улицу. В поезде смотри, чтобы окна не открывали. Уезжаешь, внучка. Садитесь, все садитесь. Садитесь. Садитесь, садитесь, ребята, все. Все садитесь. Туфлю забыла. Посмотри, книги пробыла. Стрекоза! Наша стрекоза! Мама, смотри, стрекоза приехала. Красивая какая. Совсем взрослая. А ну-ка, дайте я посмотрю, как выглядит наша Марине. Правда, стала совсем невестой. Да-да. А, моя стрекоза, как выросла. Милости просим, прошу, пожалуйста. Тетя Нато, это вам бабушка прислала. Спасибо. А это вам, дядя Ираклий. Бабушка Лпите прислала и просила передать, что хоть перед смертью хотела бы вас повидать. О, что за время умирать? Весной увидимся. Дядя Ираклий в бочонке чхавери, папа просил отведать. А это Бичико. Он приехал купить победу для колхоза. Ну, стрекоза, рассказывай, какие у вас там новости? Как там Георгий поживает, а? Спасибо, папа здоров. А что слышно в колхозе? Как идет сбор чая?
Ведь и ты много потрудилась, а? О, да, много. Дядя Ираклий, папа просил узнать у вас, что слышно с проектом. Скоро закончим. Проект? Mm-hmm. Проект делаем, делаем. Тина, позвони архитектору Намарадзе, чтобы он к часу дня в институт пришел с проектом и чертежами. Хорошо, папа. Слушаю. Да. Здравствуйте, Тина. Надо, чтобы вы заехали. Папа просил к часу дня в институт, а вечерком к нам. Кто будет? Одна пивунья. Утром залетела к нам. Нет, больше ничего не узнаете. Не узнаю? Хорошо, хорошо. Шата, вот, получи чучело. Ливан, готово. Вот молодец, спасибо. Посмотри, как он хорошо сделал коршуна. Мама, чудесная птица. Первый раз слышу, чтобы коршун был чудесной птицей. Здравствуйте, тетя Тамара. Орел, павлин, чайка, я это еще понимаю. Вот, вот. Ну что особенного в коршуне? Растолкуйте, пожалуйста. Освободи столик. Ты прозаик, Ливан, к несчастью. Тебе не понять, как он прекрасен. Постой, постой. Я, кажется, как раз начинаю понимать. От утра. От утра до утра. Я что не спится нам? Нам. Вы из района? Да, из района. В институт поступаете? В институт агрономический. Стоп, вы мне нужны. Я? Журналист-фотограф. Журналист-фотограф? Пойдемте туда. Я вас фотографирую. Нет, нет, я не пойду. Профессора жду. Одну минуточку, девушка. Той минуточку. Встаньте вот здесь. Нет, нет, я не могу. А, возьмите книгу в руки. Вот так. Я не хочу. О, голову. Вот так. Улыбнитесь. Леван! Шата, уйди в сторону. Марине. Шата? Шата. Марине. Ага. Так вот о какой пивуне мне сегодня говорили. Домой идете? Профессор ждет она. Да, профессора. Правда? Да нет, Бичико придет сюда. Ах, вот он. Видите, машину купил. Поедем. Едем. Леван, зайди ко мне на работу, скажи, что я уехал взглянуть на объект. Постой, постой. От утра. До утра, что не спится нам. Опасно, болен, опасно. Oh,
часов. Не понимаю, почему Шота так долго не приходит. Эх, тетя Тамара, боюсь, как бы этот коршун не обернулся чайкой. Вы всегда преувеличиваете, Леван. И неудивительно, вы ведь немного романтик по натуре, с лирическим уклоном. Реалист, холодный реалист. Я не хочу вас волновать, тетя Тамара, но знайте, если Шота нет дома, он уехал. Взглянуть на объект. Ну что же, я буду вполне счастлива за него, если он когда-нибудь встретит. Тетя Тамара Новица. Нет, нет, этого не может быть. Я своего сына знаю и вполне уверена в нем. Если он когда-нибудь захочет жениться, он не решит вопросы без матери. Нет, нет, не решит. Мама! Что? Вот моя Марина. Мама! Мама, тетя Тамара, надо поздравить ее. Разве целый день так пропадать можно? Завтра экзамен. О чем же ты думаешь? Возьмите билет. Номер? 13. Гошадзе Тенгиз. Прошу. Для продвижения земледелия на север много сделали декабристы. Так. Сосланные в разные места Сибири, проживавшие там. Правильно. Так, например, Кафельбекер возделал сам 2,5 десятины земли и посеял хлеб. Так. Но в условиях царизма никто не поддерживал пионеров северного земледелия. Достаточно. Хорошо, хорошо. Саникидзе Нателла. Отвечайте. Еще в середине 18 века великий русский ученый Ломоносов говорил, что химию необходимо изучать при помощи физики и объяснять химические явления на основе физических. Так. Ну вот, эту идею Ломоносов положил в основу курса химии, который он начал преподавать студентам в 1752 году. Хорошо, хорошо, достаточно. Путешествуя за границей в 1700 году, Петр I прислал из Голландии в Петербург графу Шереметьеву мешок картофельных клубней. Петр приказывал распределить клубни между начальниками областей государства. Кто следующий? Перадзе Марине. Пожалуйте к столу. Начинайте. Обдумали? Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Если первого вопроса вы не знаете, отвечайте на второй, на третий. Ну-с, как видно, этот билет вы не знаете. Ну, расскажите нам тогда о видном ученом Мичурине. Знаменитый русский ученый Иван Владимирович Козлов родился в городе Мичурине. Вы хотите сказать, что Мичурин жил и работал в городе Козлове? Да-да, в городе Козлове жил и работал Иван Владимирович Козлов. Мичурин, Мичурин. Мичурин, Мичурин. Мичурин родился... Мичурин родился... 1000. 1000. 800. 800. 50. 50. Пятом. Пятом году. В 1855 году родился знаменитый русский ученый Иван Владимирович Мичурин. Дальше продолжайте. Иван Владимирович Мичурин родился в 1850... Мы уже знаем, когда и где родился... Да-да, мы уже знаем, когда и где родился знаменитый русский ученый Иван Владимирович Мичурин. Мичурин... Мичурин. Путем подбора растений Мичурин получил новый сорт яблока, полуторафунтовую антоновку. Так называемое мичуринское яблоко. Да, да. Путем скрещивания растений Мичурин получил новый сорт яблока, полуторафунтовую антоновку, так называемое мичуринское яблоко. Продолжайте, продолжайте.
Путем подбора растений Мичурин получил новый сорт яблока. Ну а что вы нам можете еще рассказать о Мичурине? Путем подбора растений... Путем подбора растений... Антонов получил так называемое мичуринское яблоко. Полуторафунтовое, полфунтовое. Мичуринское яблоко. Яблоко. Вы успокойтесь, подготовьтесь получше и в будущем году приходите. Успокойтесь. Яблоко. Яблоко. Мичуринское яблоко. Не мичуринское это яблоко, это мое яблоко, мое. Тетя, ты плачешь из-за яблока? На, возьми. Возьмите и мое. А ну-ка послушаем, кому присвоено звание Героя социалистического труда. Ленина и золотой медали «Серп и молот». Коридзе Шалве Спиридоновичу, звеньевому колхоза имени Ленина Харидзе. Района. Это из нашего села. Урожай сортового зеленого чайного листа. Тебя как зовут, Амрико? Неправда, тетя. Дома ее все зовут Стрекозой. Как? Стрекозой, да? Нет, тетя, меня зовут Амрико. Неправда, Стрекозой. Нет, меня зовут Стрекозой. Тише, дети, а ну послушаем. Перадзе Марине Георгиевне, бригадиру колхоза имени Ленина Махарадзовского района. Получивший урожай. Да ведь это наша стрекоза. Стрекоза? Стрекоза, герой социалистического труда. Папа, это, наверное, ошибка. Сам слышал. Перадзе Марине Георгиевна. В указах никогда ошибок не бывает. Просто невероятно. Тут нет ничего невероятного. Поздравляю, моя дорогая. Вы слышали? Моя подруга получила звание Герой социалистического труда. Герой? Да. Нет, я сразу заметил в этой девочке, что она... Одним словом, я рад, что причиной сбора гостей буду не только я, но и стрекоза. Папа, теперь я понимаю, почему вчера стрекоза была такая радостная. Конечно, знала она Гради и скрыла, да. Нет, стрекоза прекрасная девушка. Приветливая, работящая, искренняя. Еще так молода, уже герой социалистического труда. А я позорно провалилась. Не стану же я из-за этого умирать, да? Представьте, Тина, один мой товарищ встретил простую девушку, влюбился и решил жениться. И вдруг эта девушка становится героем социалистического труда. Разве это не замечательно? Интересно, кому из ваших друзей так повезло? Он скоро будет здесь. Ливан, вы весь вечер говорите загадками. Эх, для меня с некоторых пор вся жизнь загадкой стала. Тина, наша героиня поднимается по лестнице. Иди встречай. Стрекоза идет. Залу, да, целый день. Давайте вместе встретим ее. Бежи, бежи. Стрекоза, моя дорогая. Поздравляю, Марине, дорогая моя, я тебя поздравляю. Я так рада. Марине. Поздравляю тебя, Марине. Приветствую мою Марине, дорогую. Чертенок, думала, не узнаем, скрыть хотел. Поздравляю. Как вы уже все узнали. Ичка нам весточку принесла. Внимание. Позвольте сфотографировать нашу прославленную. Нет, ни за что. Только в нарядном платье. Стрекоза, а ну-ка быстро один другой платье. Тина, к телефону. Ой, значит, Ливан все рассказал и про шатай, и про меня. Ах, Нона, шлю вам 3 земных поклона. Ох, не смешите меня. Нона, вам нравится эта девочка?
нравится ли мне? Она самая обыкновенная деревенская девушка. Эта обыкновенная девушка – герой социалистического труда, Марине Георгиевна Пиратце. Марине? Меня за нее приняли. Сегодня объявили об этом по радио, а завтра в газетах. Вот с чем меня поздравляют. Леван, вы что-то очень заинтересовали этой девушкой. О, нет, ну один мой товарищ. Как же так? Сейчас надо сказать правду. Нет, нет, нет. Я предпочитаю видеть звезду на груди хорошенькой девушки, а не на далеком небе. Я должна вам сказать... Простите, простите. Прежде чем вы расскажете, как вы стали героиней, я должен показать вам один фокус. Нет, я прошу, выключите. Так. Я прошу. Марина, вас. Можно вас? Шата у телефона. Шата? Шата, это вы? Марина, я рад. Мама тоже счастливо поздравляет. Желаем новых успехов. Мы очень гордимся тобой. Совсем не знал, что ты у меня такая знаменитая. Я знаменитая? Нет, Шата, нет, нет. Иду. Сейчас же иду. Шата. Шата. Вот ты уже стала известным человеком. Я горжусь тобой. Нет, дядя Ираклий, нет, нет, нет. Александр Петрович. Ираклий, поздравляю. Дядя Ираклий. Знакомьтесь, моя племянница. О ней я вам еще расскажу. Дядя. Пожалуйста, проходите. Приказа, что это ты одела? Сейчас же пойди перемени туфли. Тина, послушай меня. Тина, Тина. Здравствуйте, милый. Это Тина. Александр Петрович, представьте себе, какое радостное событие совпало с моим 60-летием. А именно? Моя племянница получила звание Героя социалистического труда. Поздравляю, поздравляю, это хороший подарок. Нет, нет, чем скорее уйду отсюда, тем лучше. Печико придет, сразу бежим. Марина, ушиблись? А, нет, нет, дверь захлопнула. И сломала вам капот, да? Нет, нет, это не важно, это ничего. Марина, я к телефону зовут, кажется, из района. Из района? Шота скоро придет. Когда гости узнают о вашей помолвке, представляю, какой это будет восторг. Слушаю. Вичико, это ты? Вичико, приезжай скорее сюда. Да, я еду с тобой. Вичико, да, да, домой. Домой? Леван. А, простите. Что с вами, Леван? Простите, простите. Яблоки, яблоки. Пожалуйста, пожалуйста. Марина, что случилось? Несчастье какое? Да. Умер кто-нибудь? Кто? Бабушка Фресне? Нет, нет. Бабушка Лпите? Бабушка Лпите? Да, бабушка Лпите, бабушка Лпите. Марина, Марина. Печико домой, скорее, скорее. Марине? Папа, нигде нет стрекозы. Как это так? Нигде нет. Марине вместе с Печико в деревню уехали. Как уехали? Ничего не понимаю. Я слышал, по телефону ее домой вызвали. Домой? Что там могло случиться? Скончалась бабушка Лпите. Ой. Тетя Лпите скончалась? Тетя Лпите, почему Марина не сказала? Не хотела омрачить мой день рождения, доброе сердце. На то, надо сегодня же выехать в деревню. Тина, пошли телеграмму Георгию и закажите венки. Разрешите венки заказать мне. Я поеду с вами. Thank you.
ты, как посмотреть в глаза? А ты будь молодчиной, так, мол, и так. В следующий раз дам лучше. Телеграмма, телеграмма, Эфросине, телеграмма. Телеграмма. Так, вот тут распишись, это молния. Погоди, а дурных вестей там нет? Я их в сумке не таскаю. Я плохо вижу, дорогой, прочти, пожалуйста, сам. Скорбим с вами утратой родной нашей Элпиты. Что? Элпита умерла, моя Элпита. Вайлман. Скорбим с вами утратой родной нашей Элпиты. Вайме! Горе мне, Вайме! Горе мне, Вайме! Ужас, вчера была жива, а сегодня умерла. Несчастная Элпита. Что случилось? Бабушка просила. Помогите! Аграфена, куда бежишь? Ты что, не слышишь? Вы на меня беда какая-то. Како, там что-то случилось? Что такое? Что случилось? Беда! Беда! Что-то случилось. Кричит Эфросине. Боже мой, не случилось ли что-то с Рикардой? С Мариной. Горе мне, Бичико. Бабушка, это правда умерла? Ираклий, скажи, где моя стрекоза? Бабушка. Где моя Марине? Здесь я, здесь. Стрекоза? Все живо-здорово. О чем плачешь, Кирилле? Разве знаю я? Все плакали, я тоже заплакал. На. Спасибо. Георгий, ты не волнуйся, твои все живы и здоровы. Георгий, объясни хоть ты мне в конце концов, что здесь происходит? Вот я как раз тебя хотел спросить, Ира. Кому вы привезли эти венки? Молодой человек, что все это значит? Прошу, прошу простить, я сам. Что-то? Я сам горько обманут. Этого я не ожидал от вас, Марине. Что-то? Что-то? Много я видел на своем веку, но такое не случается и в 100 лет. Хорошо так, а могла и впрямь умереть, Боже, избавь. Я никак не могу понять, зачем ей нужно было меня дурачить?
Эх, друг, пойду возьму билеты, а то еще придется венки везти обратно. А кого я вижу? Какими судьбами? Верно, затеял здесь что-нибудь интересное построить? Ну, хорошо. Здравствуй, Арчил. Познакомьтесь, пожалуйста. Архитектор Шотана Марадзе, агроном Арчил Дидье. Арчил, ты в Тбилиси собрался на совещание? Ошибся, дружок. Еду по своим делам. Я женюсь. Поздравляю. Кто же она? Марине Пирадзе. Марине Пирадзе? Герой социалистического труда? Разве вы знакомы? Марина Пирадзе, кто же теперь не знает? По радио они все знают и по газетам. Простите, вы давно знакомы? Почему вас это интересует? Мы знакомы давно. Вот как? И вы давно любите друг друга? Странный вопрос, конечно, давно. Нельзя же наспех решиться на такой серьезный в жизни шаг. Правда, правда. Нельзя наспех решиться на такой серьезный шаг. Прощайте. Амиран. Что он тут такое наговорил? Не знаю. Он, видимо, чем-то расстроен. Кто мог от тебя ожидать? И блестящий провал на экзаменах, и присвоение чужой славы. Но твой последний поступок превзошел все мои ожидания. Бабушку Элпите похоронила заживо. Одним словом прославила и себя, и всех нас. Нет, нет, больше я этого терпеть не буду. Слова не помогают. Зато ремень, ремень тебе поможет. Сынок, оставь Георгий. Бей меня, папа. Бить я тебя не стану. Лучше уйди. С глаз моих убирайся отсюда. Внученька. Оставь ее. Ты с ума сошел. Хочешь вогнать ребенка в чехотку? Это ты во всем виновата, мать. Это ты ее так плохо воспитала. Очень хорошо стрекозу воспитала. Да-да. Да-да, очень хорошо. Нам на горе. Не обижайся, Георгий. Марине, ты сам должен был воспитывать. Ну что же, Ираклий, ты ведь знаешь, у Марины мать очень рано умерла. На руках осталась крошка. Оправдываться ни к чему. Мне думается, во всей истории, которая произошла здесь, Марине, конечно, больше всех наказана. Правильно. Для Марине это очень хороший урок. Это для меня хороший урок. Мы виноваты не только вы, дядя Георгий. Мы все за нее отвечаем. Весь наш комсомольский коллектив. А я, как подруга Марине, несу двойную ответственность. Самокритика вполне справедливая. Вы думаете... Мы думаем, Марине обязательно должна начать работать. Правильно. Нет, нет, друзья, мы из этого ничего не выйдем. Вы ошибаетесь, дядя Георгий. Ах, если ошибался. Ты опозорил не только семью. Нет, нет, ты запятнала комсомол. И нас, твоих подруг. Надо взяться за ум. Ведь нельзя же всю жизнь скакать и только песни распевать. Ну вот, мы с ней разговариваем, а ей хоть бы что. Ну что ты думаешь, кто-нибудь тебя оправдает? Ах, я не прошу оправдания. Вы знаете, что я ни на что не способна. Что я пустая девчонка. Но вы должны понять, что вот тут горит огонь. Мама поняла бы, что та обманула, потеряла любимого человека. Умерло мое сердце. Кончилась жизнь моя. Сил где взять, сама бы всех мужчин передушила. Меня за что? Как быть? Что мне теперь делать? Девочки, научите меня, чем плакать. Ко мне в бригаду иди. Будем собирать чай. Привыкнешь к работе, и все пройдет. И все снова начнут уважать тебя. Ладно, пойду к тебе. Знаешь что, идем ко мне. Фирма нуждается в птичницах.
В нашем инкубаторе пару дней назад вылупились маленькие цыплятки, пухлые-пухлые. Правда, стрекоза, идем лучше к нам на ферму. Такие цыплятки? М? Марине, в Кориале я пойду. Согласись, мне там будет лучше. И от дома дальше, и от села. Стрекоза, сейчас или завтра поедешь на ферму? Вичико, сейчас же едем. Ни минуты больше не могу оставаться дома. Стрекоза! Стрекоза! Проснись! Мы скоро 6 часов. А вот и налетела! Вставай! Вставай! Сегодня первый день твоей работы. На работу ты должна являться в 6 часов утра. Откроешь курятник и в первую очередь дашь курам воду. Старую выльешь, нальешь свежую. Помоешь кормушки, потом раздашь утренний корм. Уберешь курятник. Пол надо мыть непременно каждый день. В неделю хорошо разок поберить все стены. Вот тут начнется твоя работа. Тут 500 цыплят. И все 500 ты должна превратить в породистых кур. Помни, они не должны болеть насморком, ни головной болью. Остальное сообразишь. Ага. Эх, на работу должна являться в 6 утра, открыть курятник. В неделю разок побелить все стены. Когда они еще вырастут? Эх. И голова не должна у вас болеть, и насморком не должны заражаться. Ясно? Нет у вас мамы, да? Вы инкубаторские, правда ведь? О, стрекоза! Смотрите, стрекоза к нам залетела. А что же, попрыгает, пострекочет и опять улетит. Тише, здесь шуметь нельзя. Нечего вам тут делать, идите. Что ты? Насморком еще их заразишь. Стрекоза, вставай. Стрекоза! Подружка! Работаешь? Ух, разве вечер скоро? Не так давно ты говорила, что не можешь усидеть на месте. Было раньше.
Это так. Теперь о твоих успехах все говорят в колхозе. Корреспондент был у тебя? Да. Он сфотографировал меня с курами. Марина, твой муж приехал. Девочки, я пойду. Скряна, Скряна, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Зачем мы сами мешаем своему счастью? Я не понимаю, ты о чем? А пора понять. Он там страдает, а ты здесь. Довольно вам друг друга мучить. Все наши встречи кончаются только ссорой. Видно, не любят. Такие ссоры бывают от сильной любви. Ты так думаешь? Разве не так? Какой дождь. Пойду на цыплят посмотрю. Вот он. Легок на помине. Тебя что, из дома выгнали, что ты мокнешь на улице? Фрукты тебе принес. А, скажи, как стал внимательный. Здравствуй, стрекоза. Здравствуй, Бичика. Бичико, Бичико, я же знаю, что ты любишь Скриала. Люблю, к несчастью. Я мучаюсь, я страдаю. Я целый год, каждый день хочу сказать... Ну и скажи, что ты ее любишь. Хочу сказать, но не имеет язык. А ты наберись храбрости и поставь перед ней вопрос прямо. Или да, или нет. Да, пора знать правду. Или да, или нет. Скриала. Что еще? Скриала, выслушай меня. Ты выбрал подходящую погоду. Скриала, я перед тобой решил поставить вопрос. Ну, ставь. Долго ждать? В сердце моем огонь. Огонь. Туши. Я думаю, воды достаточно. Скриала, не шути с огнем, дай ответ, я весь иссох. Я это вижу. Осталось ровно половина. Скриала, если ты не выслушаешь, то я в аркан полезу. Вот еще новости. Орет, прыгает тут петухом. Петухом? Бичико, рехнулся? Мне все равно. Вот так буду стоять. И стой, стой. Может, вода освежит голову. Тебе это полезно. И стою, и стою. И стой, пожалуйста. Я зайду завтра утром. Бичико, возьми зонтик, а то тут очень сыро. У тебя не сердце, камень. Да. Бичико. Бичико! Бичико! Бичико!
хотел что-то сказать. Ты мне хотел что-то сказать, Бичиков. Бичиков. Скриола, я тебя так, так люблю. Это будет ваш окончательный ответ? Да, окончательный. Это как же так получается? У меня есть резолюция и письменное указание председателя. В райком поеду жаловаться, в райком. Не шумите, товарищ, вы кур нервируете. Ну, конечно, куриные нервы бережете, а человеческие не жалеете. О чем тут спор идет? Вот, товарищ председатель, не дает породистой птицы. Она не выполняет ваше распоряжение и знать не хочет постановление правительства. Им дали породистых кур, им дали цыплят, где они, уморили? А ведь она упрекает тебя справедливо. Да пойми ж, Георгий, не повезло нам с курами. Можно на них напало, в курятник лиса повадилась. Лиса? Всех давно перетаскал. Ну разве можно все учесть заранее? А вы что думаете? Мы для мора и для лисы растим породистую птицу. Попробуй, говори. Погоди, Марина, все же надо ему дать птицу на развод. Чтобы кормить двуногую лисицу? Па-па-па-па-па-па. У нас теперь новый заведующий и стоит сторож с ружьем. Теперь не беспокойтесь. Теперь наших кур лисе не отдадим. Что ж, Марина, соседям надо помочь и курам отпустить. Не дам, папа, они их разбазарят. Не разбазарим. Отец велит отпускать и нечего рассуждать. Выдавай и все тут. Я кур выращиваю, я и рассуждать о них буду. Ну, товарищ Марина, кур мы отобрали, теперь нам нужна только ваша подпись. Им ты вот даешь отбирать, а мне что же, с пустыми руками идти? Они умеют за птицей ухаживать, товарищ Сидор. Товарищ Георгий, ты должен помочь. Иначе эта девушка здесь над всеми верх возьмет. А что я могу сделать? Распоряжается здесь Марине, а я уже в отпуске. Значит, ты мне кур не даешь, да? Да, не дам. Большое спасибо. До свидания. Ну вот, возьми. Папа, когда экзамены начнутся на заочном? Успеешь подготовиться. Как будто в январе. Ты вот теперь меня радуешь. Очень. А на меня, верно, обижаешься, да? Я обижаюсь? Что ты, папа? И рад бы навещать чаще. Но знаешь, дочка, слишком много дел. А теперь дом культуры начнем строить, совсем будет некогда. Дом культуры? Да, проект закончен. Скажи мне, проект хороший? Как будто. Если архитектор не напутал. Как тогда со смертью ЛПТ? Хороших успехов, девушки, желаю здоровья. Ой, дядя Кирилл, здравствуйте. Ну, кто оказался прав? Что? Кто посоветовал стрекозе пойти на ферму? Что такое? В чем дело, дядя Кирилл? Смотрите на нее, куры стрекозу на большую дорогу вывели. Стрекоза. Это только куры. А вот увидите, что еще про нее цыплята напечатали. Стрекоза, стрекоза. Тетя Тамара, где что-то? Он дома. Но почему вы так взволнованы? Ну как же мне не волноваться? Захожу я к нему в проектный отдел и там узнаю. Человек трудился день и ночь, создал замечательный проект и вдруг отдал другому. Еще что скажешь? Зачем ты отдал свой проект? Почему ты не поехал на Гамаре? Что-то, и мне это непонятно. А я считаю, что так будет лучше. А я знаю, почему ты не поехал. Ну-ка, почему? Боишься встречи кое с кем. Ты не знаешь, что говоришь. Я знаю, что я говорю. Смотрите, портрет Марине. Что-то. Посмотри, как она прелестно выглядит. Мне это безразлично. Так ли это, друг мой? Да так, меня не интересует замужняя женщина. Ты мне не говорил, что Марине вышла замуж. И еще знаешь что? Что еще? От глаз матери ничего не скроешь. Мне нечего скрывать, она когда-то мне нравилась. Теперь видеть ее не могу. Юпитер, ты сердишься. Я архитектор, а не Юпитер.
Ты так сильно волнуешься, что я начинаю тебе не верить. Угу. Если вы считаете, что я все еще люблю ее, можете считать. Хорошо. Завтра поеду сам с проектом. Проектные задания, утвержденные Министерством сельского хозяйства, я за счет облегчения несущих конструкций ввел колоннаду, примыкающую с двух сторон к центральному корпусу. Таким образом, здание Дома культуры, колоннада и памятник Ленину создадут единый архитектурный комплекс. А Дом культуры во сколько обойдется? Проектная стоимость составит 1 000 000 рублей. А вот почту вы там тоже построите? Почта будет вот... Приказа где? Зачем тебе? Архитектор приехал. Приехал? Ну, а дальше что? Приехал и сегодня уезжает. А, шута приехал. Сил где взять? Сил где взять? Сама бы всех мужчин передушила. Меня за что? Тебя. Тебя можно оставить, ты тут ни при чем. Жаль, она любит архитектор. А я тебе говорю, что и он любит стрекозу. А? Да. Смотри, вот видишь, что он потерял в машине? Видишь? Карточка стрекозы. Ага. Ага, вот. Ну да, я непременно должна его видеть. И все ему рассказать. Ведь я одна во всем виновата. Уже 3 часа, а поезд отходит в 6. Если не теперь, то когда же они встретятся? А ты не проговорись о приезде архитектора, а то она не поедет с тобой. Нет. А, Вичико, как хорошо. Ты скоро поедешь в село? Да, скоро. Повезу на станцию Арчила вызывают в Тбилиси. Скряла, позволь мне поехать с Вичико. Мне нужно побывать дома, взять кое-что из своих вещей и повидать бабушку. Поезжай, стрекоза, поезжай. Поезжай, в машине места хватит. А я тут за тебя управлю. Спасибо. Я сейчас. Скорей. Дорогой, Марина Пирадзе, где я мог бы найти ее, а? Найти ее не так просто. Все знают ее дом. И что ее нет дома, да? К мандариновым плантациям направьтесь. А где находится мандариновые плантации? А вот смотрите, всего несколько шагов отсюда. Mm-hmm. Поедете так прямо, прямо. Прямо. Переедете мостик, свернете вправо. Так, так. Мерьте ровно 5 километров и увидите Духан. Yeah. Потом влево, мерьте еще 2-3 километра, увидите подъем. Спуститесь вниз, мерьте еще 2 километра, и там всякий скажет, где найти мандариновые плантации. Впрочем, я тоже туда, я вас прошу. Ну, отлично. Марина, тебя ищут, из Тбилиси приехали. Опять корреспондент, да? Нет, птица будет поважнее. Пожалуйте. Вот, герой социалистического труда, Марина Георгиевна Пирадзе. Значит, вы Марина Георгиевна Пирадзе? Да, это я. Чем могу служить? Я приехал записать вас. А уже из радиокомитета приезжали? Нет, мы не из радиокомитета. Прошу. Так вот, за высокий урожай сортового чая борется наша бригада. Я хочу, чтобы мой опыт... Простите, простите. Нет, не ваш опыт мне нужен. Меня интересует ваш голос. Мой голос? Ну да. Он не так красив, чтобы его записывать. Это уж позвольте мне знать, красив он или нет. Вы ошибаетесь, уверяю вас. Простите, простите. Вы ошибаетесь, я ведь не пою. Поете, я сам слышал. До сих пор мотив звучит в ушах. Здравствуйте, пожалуйста, опять путаница. Да никакой путаницы. Вы сами заставили меня записать. Марине Георгиевна Пирадзе, село Нагомари. Да. И даже сами сказали мне ее прозвище. Не то саранча, не то ягоза. Вот уж вовсе не саранча и совсем не ягоза. Стрекоза, уважаемый. Да верно, стрекоза. Ну, кто ошибся, кто виноват? Давайте вспомним. И все-таки вы ошиблись. Вам нужна моя подруга. Тоже Марине Георгиевна Пирадзе, как я. Да вот она, Марине Пирадзе. Так это вы, стрекоза? Да, прозвище для вас придумали неплохое, стрекоза. Меня зовут Марина Пирадзе. Да-да, знаю, очень рад. Я приехал, чтобы записать вас. Меня записать? Да, вас.
А нельзя отложить запись на завтра? Никогда не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Дмитрий, приготовьтесь к записи. Ну, что я могу сказать вот так, без подготовки? Ты не волнуйся. Скажи о своей работе, о ферме что-нибудь, о том, как стала отличницей. Я скажу, что говорила корреспонденту из журнала. Вот, «Огонёк». Очень хорошо. А? Очень. Хорошо, я хочу записать вашу... Знаю, знаю, можно начинать. Но вот видите, хотели отложить до завтра. Ну-с, начинайте. Только в этом году я начала работать на птицеферме колхоза имени Ленина в селе Нагомаре. Простите, постойте. Мы хотим записать не вашу речь, а вашу песню. Мою песню? Да-да. А кому нужны мои песни? Как? Республиканская олимпиада на носу, а вы задаете такие вопросы. Вам, вероятно, придется поехать в Тбилиси. В Тбилиси? Да. Нет, я никуда не могу поехать. Этих малышей инкубаторских цыплят я не могу бросить. Им нужен хороший уход. У меня столько дела кругом. Могу ли я тратить время на песни? Значит, по-вашему, можно прожить и без песен? Я не знаю, когда я пела, меня все упрекали, что я пою, а не работаю. А теперь... Вы ошибаетесь. Песни без труда. Так же нехороши, как нехороший труд без песни. Вы должны спеть. Ах, нет, нет. Должны я прошу спеть. Вас, не уговаривайте меня. Должны я не могу спеть. Сейчас спеть. Нет, должны нет, нет. Я спеть. Очень волнуюсь. Да. Я вам правду говорю. Успокойтесь. Я не могу сейчас спеть. Ну, правда же, ну, поверьте мне. Я подожду. Ах, правда, я не знаю. Не волнуйтесь. Я вас подожду. Стрекоза Бичаку опаздывает, надо ехать скорее. Ну, что я ему скажу? А? Поезжай, я ему что-нибудь скажу. Ага. Что она? Уехала? Да, представьте себе, домой уехала. Да она бы сейчас и не смогла петь. Она очень волновалась. Да-да, это мне показалось. Не огорчайтесь. Попробуйте произвести дома запись. Хорошая мысль. Вы считаете, что наш проект Дома культуры выглядит слишком богатым? Да, и я все же думаю, что его нужно упростить. Особенно упростить фасад. Ну, упростить. Упростить, конечно, легко, но... Мы еще обсудим проект. А, Арчил, иди сюда. Я тебе покажу, какой проект нам привез архитектор. Знакомьтесь, старший агроном колхоза. Нас уже знакомили. А это герой социалистического труда Марина Георгиевна Пирадзе. Марине Георгиевна Пирадзе? Да, моя жена. Ваша жена? Да. В чем дело? Что вас волнует? А я думал... Я думал, что... О, я всегда говорил, что очень плохо, когда в одном селе живут две Марине, две Георгиевны и обе Пирадзе. Нет, мой друг, это очень хорошо, когда в одном селе живут две Марине, обе Георгиевны и обе Пирадзе. Товарищ Георгий. Товарищ Георгий! Георгий, этот архитектор с большими странностями. Георгий, вот будет потеха, если он на твоей машине твою же дочку увезет. Ну что ж, по-моему, парень он хороший. Не знаю, думаю, сам черт сидит за рулем. Ой, девушка, кого я вижу! Моя милая крошка! Скажи, надолго ты приехала? На одну минутку. Должна кое-что взять и уехать? Не пущу, до завтра не пущу нас в гости. Кто? Да тот старик, архитектор. Простите, пожалуйста, могу я видеть Марине Пирадзе? Марине? Да. Вы? Что так? Марине только что уехала. Уехала? Да. Уехала. Вы ее найдете дома. Найду дома? Надо ехать. Ехать. Еду. Сейчас же еду.
Что мне делать? Как его встретить? Уже идет по лестнице. Ох, как сердце бьется. Вайме, убежать. Нет, что будет, то и будет. Закрыв глаза, я скажу. Ох, ох, простите меня, я виновата. Хорошо, прощу, но только вам надо спеть. А, вы думали от нас убирать? Нужно опять спеть? Да, да. Хорошо, хорошо, да. Я спою вам. Да. Только как можно скорее. Пожалуйста, очень хорошо, очень хорошо. Но только видите ли, в чем вопрос? При записи никак спешить скорее нельзя. Дмитрий! Скорее. Марине! Вы убили Коршуна? Не знаю, кого я убил. Не знаю, куда я стрелял, но... Марине. Марине. Марина, вы должны уехать со мной. С вами уехать? Да. Нет, я сегодня не поеду. А завтра? И завтра нет. Когда же, Марина? Когда? После завтра скажу, когда. Shall I never talk? Shall I never?